ваших товарищей. Уголовное дело, о котором мы сейчас говорим, связано с государственным предприятием. То есть предприятие, которое в силу различных серых схем уводили бюджетные деньги, то есть на подставные компании. Должен быть человек, который от власти курировал бы эти вопросы, закрывал где-то глаза, где-то помогал. Как долго правоохранители готовы были терпеть и закрывать на это глаза? Это же не один день и не один год. То есть это безнаказанность, она в конечном итоге рождает произвол. Кто-нибудь что-нибудь слышал про ЛДПР, допустим, в 2013 году? Сколько депутатов было в городском совете 2013 года от ЛДПР? Нисколько. Ни одного. Сколько депутатов было в законодательном собрании от ЛДПР? Но в то же время и росли критические настроения в обществе по отношению к партии власти. Когда партия власти теряет своих избирателей, им надо предоставить какую-то партию, за которую вот сказать, ну вот они же оппозиционеры. Хотя на самом деле, вот на мой взгляд, они мало чем отличают. Те же самые кураторы заводят уже ЛДПР и говорят, и люди на протесте начинают голосовать за другую партию. Но ее надо финансировать. Вы вспомните, 16-й год. Вдруг ни с того ни с сего у нас появились там и всевозможные мероприятия, и автобусы, там, и листовки, и рюкзаки, и кепки, и так далее. Это же деньги. Теперь у нас есть абсолютно полное понятие того, что это не просто деньги. Это деньги еще и краевые, получается, предприятия, которые каким-то образом были привлечены. То мы с вами завтра, послезавтра увидим еще и тех людей, кто отвечал в администрации края за создание этой ситуации. Схема, как бы, насколько вот мне она видна, и насколько, когда я еще был депутатом городского совета, я понимал, что она отрабатывается. И почему это не хотят замечать люди в погонах, меня это удивляло. Вот на самом деле просто удивляло. Нет, это не отдельные люди. Это руководители партии, которые, причем, если мы с вами маленько посмотрим назад, отношения к этой партии не имели никакого. Следственные и правоохранительные органы должны приложить максимум усилий для того, чтобы виновные были наказаны. Это очень важно. Поэтому мною был сделан депутатский запрос в органы прокуратуры для того, чтобы вот эту информацию тщательным образом проверили. Но если и здесь отмолчаться и скажут, что ничего не происходит, ничего нет, как мне это говорили еще, когда я работал в городском совете, да, что мы ничего не видим, вроде все нормально. А сейчас уже через 4 года оказывается, действительно проблема оказывается есть. Слушайте, ну за слепоту ведь тоже надо отвечать. Да, мы видели действительно отдельных членов партии ЛДПР, которые очень активно действовали в отношении различных коммерческих структур, в принципе кошмаря их, доводя до состояния, когда они были вынуждены договариваться с этими отдельными членами партии ЛДПР, но при этом надо сказать, там были и члены не только партии ЛДПР. Как работала эта схема? Очень просто. Организовывался масса депутатских запросов в отношении деятельности того или иного муниципального предприятия, после чего предприятия просто поднимали руки вверх и говорили, да что же вам надо? И тогда звучало предложение. Говоря об участии непосредственно партийной структуры в неких криминальных схемах, один факт все-таки указывает на то, что партия не была в стороне. Ведь все-таки арестован всего один человек из 5 задержанных. Это бухгалтер ЛДПР краевого отделения. Отделение, которое возглавляет Сергей Натаров, депутат Госдумы от ЛДПР по Красноярскому краю. То без ведома руководителя, безусловно, подобные вещи происходить в принципе не могут. Вывод простой. Либо депутат Натаров не обращал внимания на то, что происходит в структуре, которую он возглавляет, либо знал и покрывал то, что здесь происходит. Эта история, она очень проста, ее можно сформулировать так, что люди использовали политическую организацию и свои властные полномочия для личного обогащения. И больше можно ни о чем не говорить. То возмущает-то то, что мало того, что они коммерческие предприятия обкладывали подобной услугой платной, они ведь добрались до муниципальных предприятий города. И, как оказалось, не один десяток предприятий встали на коммерческое обслуживание либо в предприятия Глесков и партнеры, либо вот в этом фонде гарантии. И платили
ежемесячно 70, 100, 150 тысяч рублей. Для чего нужны подобные договора с подобными структурами на якобы какие-то юридическую защиту муниципальных предприятий? Уже тогда было понятно, что это вилами по воде писано, что это искусственно созданная ситуация для того, чтобы доить фактически бюджет.